Всем привет, с вами Интернет и Деньги. В этом видео я вам расскажу о классной игре, которая будет запускаться в 2024 году. Это Пиратус, но уже сейчас здесь можно собирать монетки, открывать сундуки и получать награды. Об этом я уже рассказал у себя в новостном канале Telegram, поэтому советую сюда подписаться, чтобы не пропускать информацию прежде всего. Итак, что вам нужно будет? Я вам ссылку оставлю именно на этот пост. Далее в посту есть все инструкции, и вам нужно будет перейти по ссылке. Далее попадаете на вот такой вот сайт Пиратус, после чего нажимаете кнопочку Sign Up и входите через Google аккаунт. Придумываете логин и аватар, далее выбираете. Потом указываете реферальный код, если он не указан, жмете на профиль и отправляете корабль, нажав старт. Delivery. Нажимать можно раз в 24 часа. Плюс здесь также в посту будет дополнительный заработок от игры на сайте Zaily. Это также от 5 до 40 долларов там можно будет заработать на выполнении заданий. Итак, что же нам понадобится в Пиратус? Во-первых, здесь можно немножечко изучить игру, что и как будет работать. Но об этом мы сейчас не будем, потому что пока что нам, в принципе, это не интересно. Итак, после того, как вы зашли уже в игру, прошли регистрацию, далее вот здесь на своего аватара нажимаете. И вот здесь вы каждые 24 часа вот тут вот нажимаете кнопочку «Старт» и отправляете вашего пирата в путешествие. Соответственно, это как бы вы просто каждый день чекинитесь, то есть вы собираете монетки, как видим. И как только вы вот тут нажимаете кнопочку, через 8 часов вам эти монетки падают уже на баланс. Но смотрите, монетки падают именно через 8 часов после того, как вы отправили пирата в плавание, но отправлять его можно один раз в 24 часа, то есть каждые 24 часа нужно нажимать. Первый день это 10 монет получаете, второй 10, третий 10, далее 4, 5 и 6 по 20 и на 7 50. И если не будете пропускать, то далее каждый день будете получать уже по 50 монет. Вот можно посмотреть, у меня уже есть 132 медных монеты. Для чего они нам сейчас понадобятся? Сейчас все это, ребят, очень просто. Во-первых, вот сюда вот заходим в Open Chest. И здесь есть сундуки. Чтобы открыть сундук, нужно 225 монет. Как только вы их насобираете, нажимаете Open и открываете сундук. Что может выпасть? Во-первых, может выпасть какой-то шмот, комонка, анкомонка, эпик и легендарная. Потом они понадобятся в игре, если что, или их даже можно будет продать. Может выпасть USDT от 1 до 100 USDT. И также могут выпадать те же самые медные монеты. Естественно, заработать мы сможем на шмоте, если игра потом запустится и мы сможем продавать. Но пока что, если выпадает USDT, то его можно будет выводить. Вы тут вот просто нажимаете кнопочку Withdraw, выбираете Max, вводите ваш адрес MetaMask и нажимаете Confirm. Кстати говоря, я уже выводы видел, то есть люди отсюда выводили, то игра платит. То есть, в принципе, с этим все нормально. Как еще можно заработать монетки? Монетки еще плюс можно заработать на реферальной системе. Если перейти сюда, можете скопировать ссылку, давать ее друзьям, и за это вы тоже будете получать монетки. С этим, думаю, также все понятно. Самое главное, не забывать и чекиниться каждый день. Один раз в 24 часа отправлять пирата и получать свои монетки. В принципе, все довольно просто. По игре пока что все, больше в принципе рассказывать не буду, но еще в конце видео хочу вам показать airdrop, потому что от игры недавно вышел airdrop, тоже я сделал пост в телеграме уже, можно посмотреть, что нам для этого понадобится. Перейдете в мой телеграм, найдете вот этот пост и то же самое. Нужно будет, во-первых, быть зарегистрированным на этом сайте, но если вы уже по началу видео зарегистрировались и будете собирать монетки, открывать сундуки, то, в принципе, здесь у вас уже регистрация есть. Что нужно будет сделать дальше? Дальше нужно будет подписаться на Twitter, на Discord, на Telegram и на Instagram. Это все их ресурсы. Все ссылки будут в этом посту. Далее нужно будет поставить ретвит и лайк поста, также на него будет ссылка. И плюс в комментах под этим постом нужно написать свой ID с проекта. Где взять? Вот. Вот тут будет ваш ID. Вы его просто указываете в комментариях под постом. С победителями свяжутся по электронной почте. Награды будут зачислены на ваш аккаунт в проекте. То есть вот именно сюда на аккаунт. Победитель будет определен генератором случайных чисел. Раздачи по аирдропу будут 1, 10 и 20 октября. Так что тоже не поленитесь, пройдите этот дроп. Вдруг что-то выпадет, нам повезет и мы сможем больше заработать. Но монетки по-любому, я считаю, стоит забирать. Тем более, что я вот смотрел, людям даже выпадает USDT. Да, пока что я там
каких-то побольше сумм не видел, но там по доллару 2 все-таки выпадает и отсюда выводит. То есть все здесь платится. Вот, ребят, такое видео. Кстати, да, вот здесь можно более подробно почитать. Можно все это дело перевести. Есть инструкция. И здесь вы также можете более подробно почитать, как собирать вот здесь эти монетки. Но, в принципе, я об этом уже обо всем рассказал. Так что с этим, думаю, должно быть все понятно. На этом все. Все ссылки будут под видео в описании. Если вам было видео интересным и полезным, то, конечно же, подписываемся на канал и ставим ему лайк. На этом все. Всем удачи. Мы с вами услышимся в новых видео.